начало похода. Как всегда, Владимир Иванович дома не успевает, в электричке. Ну а вагонные споры — последнее дело, и каши из них не сварить, но тушенку можно добыть. И бутылку, конечно, тоже. Паша Бушуев на второй полке. Кутаиси. Последний день перед началом маршрута. Все бодрые. Это и райский уголок. Был один вечер на берегу моря. Красивый закат. Заодно решили перекусить. Владимир Иванович весь возбужденный из себя, и чтоб побольше влезло, попрыгать. Первые стоянки на маршруте. Охлаждаемся. Горные реки мутные, мосты символические. Первые километры пути. Горные дороги красивые, необычные. Пока еще асфальт, можно разогнаться.
начинаются легкие подъемы. Ноги уже заплетаются. Но сил еще много. Паша показывает, смотри, какие красоты. А чтобы увидеть красоты, надо еще подняться пешочком. Первый перевал. Легкий спуск с перевала. Источник Боржоми, прямо из земли, газированный. Пьем. Анекдот с шапкой. Не дает Феликсу умыться. Высокогорное селение. Все в облаках. После ночевки в селении Тикали, где нас радушно встретила семья Бени Аниони, мы изрядно, конечно, набухались. Приходилось утром приводить себя в порядок. И вот впереди самый главный перевал. 2650 метров. Остановились в лесопильне, ремонтируемся, готовим еду, сушимся, целый день дождь. Ну вот, хоть и свиньи, а такие же дружные, как туристы. Ну, а это как бы туристы просят у завхоза еды.
а у завхоза все на дне, и так просто не возьмешь. Но ничего, взяли и кушаем. Да, здесь уже не асфальт, здесь уже грунтовки, ручьи. Приходится ноги мочить. Руководитель показывает, как надо проезжать ручьи. Ну, сходу не получилось. Красивые места, водопады. Мы бодро лезем вверх на перевал. Кругом туман. Красивые панорамы с перевала. Снежная лавина преградила путь. Чему-то ее испугались, обвязывались веревками, чтобы пройти. Но все оказалось значительно крепче и проще, чем нам казалось. Небольшой перекус перед самым перевалом. Халва. Выглянуло солнце, красивые горы. Вид на снежную лавину. И хочется мочить ноги, поэтому умудряемся передавать велосипеды. Ну, кто как спасается от мокрых ног, мешки на ноги. И подъем выше и выше.
Показываются окрестные горы. Конечно, очень красиво. Это запоминается навсегда. Гора Лайла. И вот сам перевал. Около 1000 метров прошлись по снегу. Кто как. Ну, теперь можно поменять носки. Седловина перевала. Есть снежные горки. Виктор Францевич еле-еле уговорил покататься с горок на жопах. Это было, конечно, очень приятно. После того, как человек спускается вниз, он резко начинает бежать вверх, чтобы еще раз покататься. Прекрасные впечатления. И вниз с перевала. Самое высокогорное селение в Европе. Учгули, 2400 метров. Вот самое высокогорное селение.